геймплей, и сегодня мы с вами поиграем в игру Brawl Stars. И сегодня я вам покажу свои реплеи с режима бой с боссом, который закончился сегодня. Короче, ребята, я прошел до 14-го безумия. Да, вы спросите, это же нереально, ну как ты? Да, потому что, да, это нереально. Во-первых, это вообще нереально пройти без бага, но есть кучу багов в этом режиме. Просто дофига багов. У меня 0 билетов. Вы думаете, я их всех потратил, типа, и больше не могу проходить? Я бы мог проходить дальше, но, ну, режим закончился, и также можно было проходить с нулем билетами, чтобы у всех вас троих было 0 билетов. Это, ребята, очень жестко, нужно попасть, это легко сделать, но бывает, затягивается этот баг на минуту, на 2 минуты. Короче, нужно попасть в тайминг, чтобы все нажали готово с помощью бага. Это сложно сейчас рассказать, ребята. Я думаю, вы знаете этот баг. Кто знает, тот красавчик. Вот я проходил дофига тут раз. Вон, много. У меня уже билетов не было. Я 15 билетов потратил. И все, я где-то 40 боев просто без билетов играл. И вообще, просто проходил себе. Вот, вы видите. Я прошел 14-е безумие. Вот, Сенсей Про, Санчес. Мы прошли уровень безумия 14 пройден. Давайте посмотрим, как я его прошел с помощью бага. А какой баг, вы спросите? Вдруг вы не знали? Эль Прима с гаджетом. Неважно, с пассивкой или без. Просто Эль Примата берете. И кого хотите, ну, Ниту обязательно брать, потому что медведь у нее, скажем так, нифиговый такой, если много банок, а именно где-то 20 баночек, он дофига сносит, ребята. Советую брать всем. Вдруг это пофиксят до следующего боя с боссом, а я вряд ли. Что именно не пофиксят, я 100% уверен, что пофиксят. Возможно, пофиксят баг, где 0 билетов, а этот, возможно, не сумеют они сделать, потому что робот и может и здесь застревать, и в углу, и где хотите. Можно со справа там даже делать этот баг. Я делал с Эль Прима. А именно у нас в команде была Нита с пассивкой. И плюс с гаджетом. Мы на изи прошли 14-е безумие. Ну как сказать на изи? Ну не особо изи, но прошли. Я, короче, слежу за верхом. Верхом этой карты. Все, кто идут сверху, это мои как бы... моих рук дело. Я их пропустил, значит, я виноват. Нужно сохранять медведя, чтобы медведь как можно дольше жил. И собирать нити бусты. Вот, вы видите. Я просто не дамажу робота, я слежу за роботами. Ну, я дамажу просто, когда нету роботов. А когда роботы, то тогда я их убиваю. Ё-моё, все мне уведомления идут. Окей, у нас босс злится уже. Ну, я слежу за роботами, Пэм за низом, Санчес просто как бы дамажит робота и отстреливает боковых вот этих вот челиков. Все, ребята, просто. Все, ребята, очень просто этот баг сделать, но потом проходить очень нелегко. Потому что роботы идут все сильнее и сильнее, а ХП у робота... Ну, я не буду считать, я просто... Ну, вы, думаю, видите, что очень мало, очень, как бы, не быстро двигаются проценты. 65, 64, 63, ну, короче, не очень быстро, ребята, это все делается. У Ниты уже 17 бустов, даже 18. Медведь все атакует и атакует, надо просто, чтобы бесконечно медведь дамажил. Как можно сохранять его... подольше, чтобы у Ниты ульта всегда была. Также, когда ракеты, мы всегда расходимся, чтобы... Ну, тут я не расходился, ну, чтобы медведя типа не коцало. Но медведя 10к хп, я думаю, что пускай пару раз там и убьет его. Ну, точнее, не убьет, а просто нанесет немного урона. Здесь я коряво ультанул немного, согласитесь. Ну, немножко тупо, у меня осталось 200 хп, и меня сейчас убьет этот робот. К сожалению, да, меня сейчас убьют. Вот этот робот меня сейчас сносит. Мы видим, а каждая смерть это все. Не, подождите, я же должен умереть. Или нет? Я просто забыл. У Ниты уже 28 бустов. Дамаг просто по 2000. Медведь просто по 2000. Вот здесь меня убьют. Золотые роботы пошли.
очень все жестко. Вы просто увидите окончание. Медведь просто красавчик. Говорю вам наперед. Медведь просто лучший в этой катке. 14 безумие. Это 16 это максимально. Ну согласитесь, у меня до этого был рекорд. Это безумие 2. До этого. А сейчас с багом безумие 14. Но это очень сложно, ребята. Я ультую там. Ну, короче, вот так вот закончился наш бой. Точнее, не закончился. Ну, вы можете уже сказать, что, типа, уже изи, все. Но посмотрите, сколько этих золотых роботов. Меня убили. Я очень боялся то, что Нита пошла вниз. А сейчас зажмут, сверху идут повсюду. Роботы идут, спавнятся, убивают Мишку. Я такой думаю, нифига, вдруг сейчас сольемся. У меня был такой когда-то матч. Ну, не буду вам показывать его. Осталось 3%. 3% на безумии 13, по-моему. Но я прошел его тоже с этими челиками. Ну, посмотрите, просто куча роботов. Я их увожу как можно дальше, чтобы они уходили подальше. Они все равно переагрились. И медведя, Нита пускает Мишку, и Мишка зарешает этот бой. Просто невероятная концовка, ребята. Вот давайте даже такой вот скрин сделаю. Отлично, ребята. Просто отличный был бой. Надеюсь, вам понравилось видео, как я прошел безумие 14. Я проходил это безумие не очень рано, так что записывать видео не мог, как бы, лайвом. Так что придется посмотреть повтор, и мы его с вами посмотрели. Ну, ребята, вот такой вот был повторчик. Это было очень жестко. Я прошел с помощью бага, показал вам баг. Ну, не знаю, возможно, они пофиксят, вы уже знаете его. Но, скорее всего, пофиксит. Я прям 99%, что разработчики его пофиксят вот за 2 дня. Ну, или за день. Вдруг там у них много дел просто. Окей, вот такой вот был, ребята, видос. Кто посмотрел, поставил лайк. Спасибо огромное. С вами был Дэнплей. Всем удачи и всем пока.